В ораторском искусстве нет мелочей, все должно быть максимально продумано, от текста до цвета помады. Важно помнить, что внимание слушателей будет приковано к вам и вашему лицу, а значит, важно выглядеть на все 100. Именно поэтому лично я всегда уделяю максимум внимания уходу за лицом, чтобы второй подбородок или идеальный овал не испортили все впечатление от того, что я говорю. И если вы думаете, что для этого я трачу много сил, то я вас обрадую, это не так. Мне помогает небольшой, но очень практичный домашний гаджет – массажер от Муратаки. Этот компактный гаджет с микротоками, LED-терапией и термолифтингом для омоложения лица и шеи. Он, кажется, делает вообще все, только разве что кофе в постель не приносит. Борется с брылями, подчеркивает овал, улучшает тонус кожи и уменьшает морщины. Такой эффект достигается за счет очень удобной анатомической насадки, которая плотно прилегает к лицу. И мне это очень нравится. А для большего эффекта я использую, конечно же, кремы. Антивозрастную эмульсию Treatment Reinforce и ремоделирующие пептиды Lifting Reptiles, которые делают кожу более гладкой и наполненной. Сама процедура не занимает много времени, поэтому я трачу на нее либо 15 минут до эфира, либо 15 минут после. Всем рекомендую от души.